Вечерина памяти засновальницы народного ансамбля «Веселуха» Валентины Фроловой пришла в Могилеве. Родные сябры узгадали яскравые моменты життя и музычную спадщину Валентины Ивановны. Ее творчий шлях до ужиней у пустогодия. «Веселуху» Валентина Фролова створила в 1991 году. Ансамбль является одним в Беларуси народным семейным коллективом. Это было, в общем, делом всей ее жизни. И вложила она все силы и на протяжении всех этих лет делала все то для того, чтобы коллектив жил. По мере поступления, как говорится, прихода новых артистов, все равно суть оставалась в том, чтобы веселить людей. Отсюда название, придуманное ею. То, что все-таки «Веселуха» – это уже визитная карточка. Автором сценария и режиссером-постановщиком вечерины стал артист филармонии Павел Цович. Кажи, Валентину Ивановну филармонии любили и поважали. Тому концерт зарабили у одином порыве. Все творческие силы филармонии областной настолько прониклись этим, и у нас одно желание, чтобы концерт получился достойным, потому что мы с огромным уважением относились к Валентине Ивановне. Это был прекрасный человек, который очень любил свою профессию, и мы этому учимся у нее. Шмат кто за артистом в филармонии воспринимал ее как родного человека. Настолько светлую и теплую атмосферу створала Валентина Ивановна. Она меня всегда называла, я как сейчас помню, мы часто очень выезжали на концерт, я и они всегда брали меня: берите черного, берите черного. Мы хотим черного брать с собой. Ну вот меня постоянно брали, и меня она называла, говорит, ты мой, говорит, сын. Говорит, все. Песни Валентина Ивановна отдала все свое житье. Она створила яскравый самобытный ансамбль, а назва «Веселуха» адлюстровывая весь запал и неугомонный характер своей засновальницы. Сегодня у коллективе 5 человек, у Тымлику, дочка и внук Валентины Фроловой. Каждый хотел внести свое в вечер памяти. И в плане того, что как мама со всеми, она любила всех артистов, любила, уважала. Естественно, вот сегодня мы видим безграничное уважение всех артистов филармонии. Там стали весну встречает, он будет петь не для меня. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, «Новини региона».